Прям какой-то внутренний толчок был. И я взяла колоду Тара Безумной Луны для того, чтобы выяснить. Вот звучит, не дает мне покоя вопрос, вернется ли, вернется ли, вернется ли. Кто-то, наверное, очень сильный запрос делает из девчонок, да, на этот запрос, вернется ли человек. Поэтому, если резонирует тема расклада, период для себя обозначьте в своей голове сейчас, а я буду смотреть, вернется ли. Итак, вернется ли? Вернется ли тот человек, который крутится, прям крутится вот в потоке, в информационном поле, тоже хочет что-то сообщить. Вернется ли этот человек, загаданный вам период? Давайте сначала посмотрим, кто смотрит. Девчули смотрят по девятке мечей страдалки. Страдалки, мои страдалки, переживалки вот такие вот сидят. Смотрите. Но здесь в чем смысл страдалок? А смысл страдалок в том, что вы многое себе придумали. По девятке мечей это страдание надуманное, страдание, которое вы сами себе через свои искажения, через свои иллюзии к себе прицепили. И сами их обжевываете, проглатываете, потом опять вспоминаете, что они невкусные, да, и опять продолжаете вот эту вот тему в своей голове, вот такая умственная жвачка вот по этой карте, она вас ранит, она болезненна, откажитесь, откажитесь. Откажитесь от таких страданий. Так, посмотрели, кто меня смотрит, девчонки, которые что-то себе напридумывали. Они считают, что все прям совсем так плохо, а на самом деле, что у вас происходит? Так, на самом деле, разбито сердце, да, разбито сердце. То есть проблемы в любовной сфере с конкретным человеком. И что за человек? Давайте посмотрим. А человек за вами наблюдает по пятерке Пентакля. Видите, такой вот выглядывает, такой из-за угла. Тыгдын. Как сильно она там страдает. Я хочу узнать. Я еще хочу и покайфовать от этого, он говорит. Я пока через вот ее страдания, через осознание тех страданий, которые вижу там в сетях или считываю с ее поля информационного вот эти вот страдания, я ими питаюсь, говорит герой. Что еще про героя нам скажут? Ага. Ну, по тузу Пентакли тут человек, возможно, земной стихии, и человек такой, знаете, с таким, с одной стороны, умеет зарабатывать деньги, да, это уже так просто попутно. С другой стороны, у человека чересчур завышено самомнение по тузу Пентакли, но это не мешает ему желать, мечтать что-то продолжить с вами дальше. Так, вот такая вот у нас карта. Семь мечей. А, смотрите, она какая интересная. То есть по пятерке Пентакли человек за вами так выглядывал, наблюдал из нересурсного состояния, питался вашими энергиями, эмоциями. А теперь этот человек еще и скоредничает. Тогда так, ага, она страдает, пусть, пусть. Пусть без меня поплачет, да? Но вот, знаете, из той серии, когда на зло маме отморожу уши. Вот ваш герой вот так же, вот шапку не надену, отморожу уши. Вот ваш герой так же себя ведет. И сам же тоже находится в иллюзиях. Сам находится в иллюзиях вот своего эго, своего желания вас ранить и попитаться вот этими вот энергиями вашими, которые вот он прям считывает глубоко. Ну вот он сам вышел на разговор, холодный, расчетливый рыцарь мечей. Человек, который строит, он вас строит. Честно признайте себе, он вас строит вот через ваши вот эти вот страдания. Девчули, откажитесь. От него можете не отказываться. Откажитесь вот от самой темы строиться, да? Строиться по его приказу и идти у него на поводу. Так вернется ли? Он-то может и вернется. Он-то может и вернется. Да вы уже такое ощущение, что пойдете в другую сторону по восьмерке кубков. Скажете, не-не-не, вот видите, здесь героиня говорит, не-не-не-не-не. Любовь? Что? Какая такая любовь? Напилась, наелась. Но, смотрите, тоже ошибка.
тоже ошибка, потому что у вас по восьмерке пентаклей эти отношения еще ресурсные, причем более чем. Дело в том, что, смотрите, если вы будете отказываться от проработки вот вашей ситуации, ваших отношений, всего скорее следующий партнер, которого вы обязательно встретите после того, как этого отпустите или от этого уйдете куда-то, да, он будет, ну, как минимум, в квадрате такой же, понимаете? А то, может, и в кубе, с усиленными претензиями, вот такими вот, с усилиями, вот такими эмпирическими наклонностями. Так вернется ли? Ну, человек, на вообще, смотрите, его раздирает, видите, черное-белое, принцип домино, человека раздирает просто на части. Причем у него выбор такой болезненный. Он сам от себя закрывается вот по этой карте. Он сам себе говорит, нет, я не пойду. А внутренний голос ему такой вот белый, кролик мягкий, пушистый, говорит, да ты сходи, ты сходи. Ты посмотри, может, еще не все закончится, может, еще все возможно. А на самом деле все возможно, мы с вами видели по восьмерке чаш. Вот. А вот такой его темная часть такая, ему говорит, нет, все, умерла так умерла, уходя гасите свет, да, уходя гасите всех. Вернется, нет, вы знаете, вот по четверке жезлов, тут вообще свадьба. По четверке жезлов, видите, двое смотрят друг на друга, за ручки держатся, так рады встрече. Вернется. Главное, пока я тут болтала, не забыли ли вы тот период, который загадали. Так что ожидайте. Не забудьте поставить лайк.